Всем привет, вы на канале Паша King Game Channel, с вами как всегда я Павел, и мы продолжаем проходить Тургор. Или The Void, голос цвета, кому как больше нравится. Мне подсказали то, что это оказывается какая-то у меня европейская версия игры, которая немножко отличается от первоначальной, более адаптированная, где-то что-то там обрезали, где-то что-то добавили. Ну, как-то так, какая-то такая. Я, честно, перед покупкой не вдавался в подробности. Это во-первых. Во-вторых, я узнал, что такое Тургор, я не знал, что такое Тургор. Тургор, знаешь, что это такое? Это напряженное состояние клеточной оболочки, создаваемое гидростатическим давлением внутриклеточной жидкости. Хорошо, это мы запомним, держим в уме. Прошлая серия темнила, я это сейчас настроил, у меня, кажется, сбились настройки на ОБС-ке, да? Теперь будет поярче. Я ни хрена не знаю, что делать. Давай... Так, у нас все еще идет цикл первый, я вижу, он заканчивается, давай-ка подождем, потому что я помню то, что нам писали, то, что в начале следующего цикла они расцветут. Во. Мне показалось, немного цвета родилось в промежутке, совсем крохи, но все-таки что-то изменилось. Когда-то так происходило. С каждым новым оборотом цвет рождался в покоях у своих любимых сестер. Потом цвет прогневался и покинул нас. Но теперь, может, эти капли явились для тебя? Блин, надеюсь, я могу дальше двигаться? Пошли собирать урожай. Ну, я по крайней мере помню, что в прошлой серии нам говорили, типа, деревья расцветут в начале... Кажется... Здесь бродит одно существо. Ты слышишь? Да я помню это существо. Чё-то не густо эти деревья дают. Ух, ёп, показалось. Мне говорили, в комментариях писали, то, что есть атакующие знаки. Да, то есть, вот, смотри. Я знаю всего два знака, донор и скорлупа. Да, то есть донор отдает души, скорлупа защищает. Я не могу атаковать эту херню, я могу от нее только защищаться. Перекрестие, ну, не показывали нам, короче, такого знака. Так, давай кругом пойдем. Почему-то на shift он уже не ускоряется, а наоборот тормозит. Ну да, побольше дают деревья, где мы хорошо знак отрисовывали. Эти дают меньше. А что у нас по цвету? Палитра, где она? Где? Покажи палитру, где она? Где это увидеть? Цель? А, вот цели. Стражи этого места могут вернуться в любую минуту, стоит подготовиться к их приходу и притвориться одним из них. Прежде всего, нужно вырастить в мертвом саду достаточно цвета, чтобы его хватало для поддержания жизни. Хищные недородки чевры и пермужутка оживили еще эту добычу. Нужно вычистить их, чтобы не разгневать стражей. Как мне их вычистить? Я не понял, как мне их вычистить. То есть, ну, у меня нету атакующего знака. Ни о чем. Так летит говно. Может, их надо прогнать защитными знаками? То есть, они поударяются об меня. Вот это дзынь-дзынь-дзынь и улетят, потому что, ну, им, наверное, тоже неприятно. Ну-ка. Улетело нахер. Я принесу тебе. Так, походу, золотом надо пользоваться. Что-то у меня вообще мало всего, я как бомжара. Знаешь, кого нам интонает? Мотылька из Годзиллы. Если смотрел Годзиллу, там был такой монстр, мотылечек. Я не помню, как его называют, Гидра или как она там. Как-то так. Так, все? Это все? Представляешь, это все. Ну-ка, стоп. Я ничего не могу сделать больше. Какой, блин, табу? Давай, иди сюда. Лети, лети, лети в атаку. Как мне... Что это сейчас было?
Что это было? Я что-то не понял сейчас прикола. А как мне с ними бороться-то? И вот то, что я сейчас собираю подать. А как мне открыть? Где этот гений-то меню персонажа? Во! Стоп, вот это что такое? Доверие. Допустим. Да нет же, вот, смотри. Слишком мало цвета. Ты умрешь, как только выйдешь в промежуток. Как мне добавить? Да ёпта, ну блин. Смотри, я... Все, я выбрал. Вот оно выбрано, золото, да? Да не в ту сторону! Блять. Я забыл, вот, все. О, блин. Вот мы насобирали. Добавили. Можно еще куда-нибудь добавить? У меня есть куда? Есть еще какой-нибудь орган? Так, стоп, а если я выкачу тебя отсюда? Хватит? 70, да? Ну-ка, да. Вот, закачали. В смысле я умру? Защита 95. Доверие, скорость, метаболизм. Я... А, вот оно как. Фу ты. Скорость, значит. Крутить это если что нельзя. Что это такое? Метаболизм, защита. Как атаковать? Я не понимаю, как атаковать? Типа, сейчас защита на максимуме стоит. И... Вот сейчас с цветом у меня все в порядке же, да? Понятно, почему я теперь не могу ускоряться. Куда мне нужно дальше? Как... Надо, короче, научиться как-то атаковать их. Может, в штольне? Я просто не знаю. Ну, вот... Без идей. Давай посмотрим, что в штольне происходит. Что-то не хочет он меня в штольню пускать. Так. К сеструхе-то есть смысл идти? А ты меня сюда пустишь? Я пока не могу пропустить тебя туда. Мне не хватает сил. Ясно. Сестры, есть ли способ покончить с собой? Что-то у нас с сердечком плохо, ну-ка. А что с такого? Что с ним? Слишком мало цвета. Ты умрешь, как только выйдешь в промежуток. А почему? А куда девается-то? Типа я тут что теряю? Йоу! Может, ты пойдешь уже? Почему? Что? Что ты хочешь, чтобы я сделал-то? Ну? Писец какой-то, блин. Я не знаю, у меня пукан рвет от этой игры. Что вы хотите от меня, чтобы я сделал? Что? Вот что ты, игра, хочешь? Цели, я понял. Я умираю, да? Души, блин. Сестры, цвет, братья. В
Вроде, блин, интересно, вроде ни черта. Вот, ну, ёб твою мать. Вы чё, разработчики, сделали-то? Скоро случится что-то страшное. Нужно обойти все покои рядом с теплицей и сестры и забрать из них цвет, пока он не испарился. Это надо сделать. Просто... Я сейчас уйду отсюда, мне опять она скажет: да ты сейчас умрешь, ты сейчас сдохнешь, ты все, тебе писец. Как в это играть? Ну пошли оттуда, вон чуть-чуть света есть, пошли забирать. Здесь прячутся двое. Я слышу. Охрененно, ёпт. Охрененно, прячется двое. Цвет где? Отдайте мне ваш цвет, падлы. Вон, я вижу, растет. Чё по статам? Чё по статам? Где они? Не сюда. По-моему, на какую-то другую букву. Где эта буква-то? На Б. Фу, блин, на Б это делается. Почему так мало? Я не могу здесь еще выкачивать со своей стороны палитру. Это, видимо, на отдачу, да, куда-то. Она мне говорит, я умру. Я цвет твоей силы. Пошел нахер. Славы. Пошел ты нахер, задолбал. Задолбал мне шептать в уши, козел. У нас тут, блин, на грани жизни и смерти, все у меня. Я дам тебе силы. Я дам тебе бессмертие. Я дам тебе то-то, я дам тебе это, только ты сдохни. Вон летает дерьмо. Ой, нет, это не летучка, какая-то говно. Подбери. Так, за падение такое не списывается ХП, это радует. Я знаю только одно заклинание, это... Заклинание, ну это заклинание, реально. От падения спишется ХП? Нет. Вообще, даже с такой высоты не списывается, замечательно. Это меня радует. Так, ну-ка, что по статам? Золото есть, еще золотом подпитаюсь. Где оно? Я только что видел, оно прыгает. Где оно? Опа. А мы сюда и не ходили. Так, персонаж сейчас застревает. Безобразие какое-то. Безобразие. У нас пополняется вот с этой стороны, позади меня, короче. Тут еще такая же палитра, как и тут, но она пополняется. А можно? Я не могу с ней ничего высосать. Ее можно вот тут использовать. Ну-ка, иди сюда, говно. Давай, ну атакуй, давай, давай, тварь, давай. Сука-то, а? Короче, тикай, беги, тикай. Куда он делась? Я его победил? Куда он делась? Она упала, сдохла? Улетела? Что вообще происходит? Что за херня? Если так пойдет дальше, то я даже не знаю, это прохождение ли будет, или как вообще, или что это вообще. Давай золото, мне кажется, эта тварь золото из нас высасывает. Да нет, тут оно телепортнулось, Давай, атакуй, давай! Получила? Блять, застряла. Мы что, на Луне, что ли? Какого ляда такая невесомость? Ну все, писец, застряли. Ну, в смысле, они там просто. Хотя можно и на скорость.
Фу, блин, идите нахрен. Господа, идите в жопу. Я понятно объясняю? Да блин, ну ты чё? Ну не можешь переп... Может быть, тут как-то перемудрили, что ли, с этой хернёй? Ты почти опустошён. А всё, писец, он умрёт сейчас. Если захочешь приблизить наступление нового оборота, ты можешь ускорить вращение колеса. Время пойдет быстрее. Или если захочешь быстро вырастить нерву, ускоряй бег времени, чтобы сократить ожидание. Но пока не надо. Ты еще не готов к тому, что скоро произойдет. Да я сейчас сдохну. Понимаешь? Вся сложность этой игры заключается в том, что она непонятная. Все, вот сейчас не умрем, да? У нас наступил цикл 3. Цикл 3 идет 99 секунд. Ладно, пошли быстренько, тут облутаемся. Здесь прячутся двое, я слышу. Не, ну как бы без шуток, я не понимаю, как их убивать. Нету атакующего знака, нету. Есть только защитный и донор. Я же не могу им донорствовать, да? Ну, потому что пошли они в жопу. Растет что-нибудь? Хотя бы что-нибудь. Она мне говорит, собирай цвет. Ну, типа... Вон летит тварь, говно это. Сраня. Это мошкара, фу, блин. Так, главный вопрос. Как легко они агрятся на меня? Оп, оп. Я принесу тебе удачу. Оп. Где нахер? Где, сука? Где, блядь? За мной летит? Иди в жопу. А мне так хотелось выйти наверх. Не получится, мать. Наверх, он уже летят ко мне, смотри, а? Патрулируют, сволочи. Это летучие мыши, что ли? Что-то очень похоже. Блин, не дают зеленую забрать, скотина. Так, два, она сказала два. Ну, вот они, два. Бороться ты с ними никак. Ну, то есть, ну... Я не понял, может быть, знаешь, какой фишки? Как выучивать новые знаки? Может, в этом дело? Ну, то есть, не, ну, серьезно, то есть, может... Твои сестры разговаривают со мной. Ага. Не жалей ни о чем. Я ни о чем не жалею. В смысле? Лучше бы ты рисовал дом. Да я донором рисовал, давай быстрее, там тварь летает. Что за нах? Сагрелась. Сагрелась, сука. Оп. Нах, пошла. Так, проверяем, что по статам, что по статам. Он реально пожирает свет постоянно, представляешь? Он хавает наш цвет. Дядь, может, хватит с этим? Пошли, пошли этот наш лес.
Быстрее. Быстрее пошли. У меня уже руки прозрачные. Кто это говорит? Это какая-то сестра говорит? Да в смысле? Ты почти опустошен. Ты умираешь. Да давай, бери, блин, вкачивай ему в сердце. Сердце бьется нормально, а легкие, блин, переживут. В смысле? Может, игра вкачаем уже куда-нибудь? Сюда хотя бы. Почему ты отсюда не даешь забрать? Ой, блин. Просто это какой-то уже симулятор. Кажется, здесь бродит одно существо. Ты слышишь? Слышу, слышу. Знаю, вижу. Так, не агрися. Не агрися, блядь, я сказал. Иди отсюда. Вообще, блин, достаточно лута на самом деле. Стоп. Стоп, 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 стоп. Нет, нет, нет. От него надо убегать. Я драться с ним нет смысла. Мы теряем только цвет. Так, стоп. Я не... Видишь, растенец не подобрал травку. Я принесу тебе удачу. Себе ее принеси. Я-то еще не подумал, а что это был за комментарий такой, типа, удачи тебе в мире боли и страдания. Я понял, эта игра действительно приносит тебе боли и страдания. Но немножко не такую, о которой ты можешь думать. То есть она сложна тем, что просто ты... Ну, ты вот, ты просто вот попал. И нет, это не мор. Мор лучше. Мор как-то интереснее и, блин, затягивающий, да? То есть мор, он хотя бы понятен. Мор сложен, но понятен. Тут просто непонятно. Тут, знаешь, это... Мечта наркомана. Вот я он типа сидел, курил и все, и хорошо. И придумал: ёпта, а почему бы мне не сделать цвет? Давайте сделаем цвет. Давайте наш главный герой будет хавать цвет и видеть голых тёлок этих девчонок с этими сиськами. Главное, чтобы сиськи были, сиськи, потому что, ну, нужны сиськи. Они не должны быть одеты, ведь они же, ну, сестры. Пускай он питается этим цветом, собирает его, вот ходит тут по лесу и прячется от этого говнеца. Вот, это все, что тебе говорят, это все, что ты видишь, все, что ты понимаешь, что нужно делать. Тебе дают задание как-то от них избавиться. Как от них избавиться? У тебя нету оружия, у тебя нету ни хрена. У тебя есть один знак, два знака. Может, блин, треугольник нарисовать? Вот серьезно, может, это знак треугольника? Скоро что-то случится, надо быть готовым, вот. Ну-ка. Нет? А между прочим, тратится, да? Да блин, выйди, выйди нахрен отсюда. Не, не тратится этот изумруд, но... Опять же, я короче, в недоумении. Я в недоумении. У меня культурный шок от этой игры. Есть, короче, игры сложные. Вот есть игры сложные. Эта игра, она... Да хрен пойми. К ней, к тебе, что ли, сходить? Ты почти опустошен. Бля, опять? Ты умираешь. Как мне не опустошаться так быстро? Обязательно чертить надо, блин. Можешь с ней поговорить? Давай с ней поговорим. О чем серия получается? О том, что я ходил, лутался? А он все, при смерти, да? Не, еще есть. Так, она что-то дыкается.
Может, ей дадим побольше? Типа, она недостаточно сильна, давай дадим ей. На, на, соси цвет, соси цвет. Может, получилось? Другие сестры считают, что промежуток мертв, и братья уже не вернутся сюда. Но мне кажется, что теперь, когда ты пришел, что-то изменилось. Они чувствуют перемены даже издалека. Мы должны быть готовы к их возвращению. В натуре. Нет, я понял, что она говорила, когда типа... Она говорит, я слишком слаба, чтобы пропустить тебя дальше, да? Ну, типа, ей нужен цвет, больше цвета. Это я понял. Ну, сейчас-то что? Это все? Еще хочешь? Я родилась недавно и многого не знаю. Но мне кажется, что в покоях живой и счастливой сестры родится больше цвета. Если ты накормишь меня, как знать, вдруг он появится снова. А, ну теперь хотя бы понятно, ну. Держи золото, давай. Прям толстый такой слой будем рисовать. Я тебя накормил? Мы сейчас то же самое увидим. Короче, прикол в том, то, что с этими сестрами нужно будет налаживать взаимоотношения, да? Это вот оно, да? 118-150. А, тебе вот этого не хватает? Да чё ж ты... Да чё ж ты молчишь-то, что тебе этого не хватает-то сразу? На, я тебе всё золото отдам, короче. На, вот. Держи. Пропустим это. Вот! Ну, мать, ну серьезно. Ну, взяла бы, сказала. Сколько тебе еще надо? Сколько? 11? Ты... Бери, конечно. Поплыла, все, поплыла. Поплыла девчонка от нас просто. Не, ну ладно, я сейчас уже подуспокоился. У меня пукан немножко подутих. Голод унес почти всех сестер. Осталось лишь 9. И они тоже готовятся к смерти. Ведь братья, хранившие цвет, ушли. И некому ухаживать за нами. Я самая младшая из тех, кто остался в живых. После меня не родилось ни одной сестры. Вот почему цвет забыл про наш промежуток. Что это такое? Мне еще тебя нужно кормить? 250 уже? А у тебя, блин, аппетиты, я тебе скажу. Ну, такие, ладно, надо пополнять самим. Может, ей зеленого надо давать больше? В смысле? Что-то нет, не хочет. Ладно. Допустим, у нас что-нибудь поменялось? Так, это пока еще живой, да? Почему защита у него падает постоянно? Я от этого прикола что-то не понимаю. Так. Тут есть что-нибудь новенькое? Ты как вообще расцвел? А можно мне вот это вот забрать? Можно я подсосу это деревце? Нет, что-то аж игра зафризилась. Где оно? Где летучка? Ай, хер. Хер пойми, где она. Непонятно, про что это за знак.
Так, ну-ка, подожди, мне просто очень интересно. Сейчас 20, ну-ка. Потратились эти три? Не, не потратились, они возвращаются обратно. Ну, допустим. Мне нужно ее заполнить полностью, да? Видишь, теперь получился там, короче, одна вот эта красная черточка вот тут вот получилась. А теперь еще надо ей. Где-то в руднике много золота. Ну, пошли. Надо засейвиться, да? Можно засейвиться? Сохранить игру? Пока хотя бы есть на что жить. Я просто другого ничего не вижу, я... Здесь прячутся двое, я слышу. Ну прямо таки прячутся, они там прыгают, как сайгаки нерезанные. Не прячутся они. Вон, видишь, уже прыгает сюда скотина, блин, одноножка вонючая. Ладно, ничего страшного. Когда засейвились, уже ничего страшного. Так, ну я вижу вон на спиральке на той золото растет. Надо его забрать. Причем довольно много, судя по почке или что это там было. Я не знаю, короче, игра прям бомбящая. Ну, просто потому что непонятно. И, ну, сейчас вроде картинка хоть как-то прояснилась. Она меня чем-то затягивает. Вот серьезно, чем-то затягивает. Но вопрос непонятности, излишней непонятности. То есть, вот я вот это вот не совсем люблю, знаешь, когда разрабы намеренно, специально усложняют все. Да, это же сделано не для геймплея, это делается. Нет, это, знаешь, это как вот Slayers of Fear 2 сейчас играли, знаешь, усложнили, там усложнен сюжет максимально не потому, что игра такая, блин, божественная, а просто потому, что разрабы сами же не знали, какой сюжет сделать, и подумали, давай усложним так, чтобы было непонятно никому. Вот усложним так, чтобы было понятно никому ни хрена, да, в чем заковырка. Пускай все типа думают, а мы, скажем, вы просто еще не понимаете, как, что это и почему. Вот так вот, вот так вот, так вот надо. Вот с этой игрой примерно то же самое. То есть давайте усложним максимально все, чтобы было непонятно ничего, а пускай игрок сам типа додумывается до всего. Ну, абсолютно до всего додумываться тоже. Ну, такая себе фишка, вот, ну, серьезно. То есть вот эта девчонка, сестра, которая нам объясняет, ну... Ну, не знаю, вот в данный момент я не знаю. Я не знаю. Все высосали. Кстати, полное золото. Но при этом вот эта вот составляющая игры, да, вот, ну, как-то прокачиваться, что ли, да, мне она нравится, мне импонирует вот это вот все, вот эта вот прокачка, ходить, девчонку вот это вот. Кстати, я могу отсюда, как я понимаю, да, сюда перегонять. Не, не могу. Ладно. У нас скоро цикл заканчивается, я думаю, тут мы закончили. Оп. И эта игра, конечно, не для всех. В отличие от Мора, она не для всех. Но, тем не менее, я не слышал. Еще название такое просто, знаешь, Тургор было. Тургор. Я вообще думал, что это страна какая-то. Когда только слышал об этой игре, думал, реально, речь идет о какой-то стране. Мое картавое детство, и надо это себе знать. Я картавил. Неужели никто не принесет нам цвета? А, ты меня... Кстати, она нас пустит сейчас туда? Допустим, давай... Так, тут все высосали. Тут все высосали. Тут все высосали. В штольню... Все, у нас новый уровень, новый цикл пошел. Новый цикл пошел, тут что, есть что? Тут есть что? Там синяя появилась, тут ни хрена не появилось, тут... Не густо. Я, кстати, грот Уты, я не могу туда попасть, альков Авы тоже не могу. Но это нужно питать. И питать причем нужно больше изумрудом и золотом, да, вот эти вот буквы Z, ну, насколько я понимаю. Где мне убрать синее одно? Ладно. Отправляемся туда за синим.
Слышишь сердцебиение? Значит, все, чувак устает. Ты теряешь нерву. А как ее не терять? Ты почти опустошен. Как ее не терять? Ты умираешь. Объясни, пожалуйста, как ее не терять, я не буду терять. То есть, ну, вот я... Скажи, как, а я сделаю. Ой. Здесь прячутся двое. Я слышу. Каждый цикл. Тут обновляются вот эти вот растеницы, да? Они цветут. Это позволяет нам выживать. Это понятно. Да, то есть вот эти растеницы, они появляются, мы выживаем за счет них. Дальше-то что? Дальше мы должны подпитывать сестру. Да, то есть сестру мы должны прокачивать, вот вообще хочешь, не хочешь. Я дам тебе масть над временем. А, мне что-то послышалось, я дам тебе масть. А на самом деле он говорил, я дам тебе власть. Власть над временем, над всем вообще дам тебе власть. Только дай мне что-нибудь такого, дай. Дай мне побольше. Это извращенский голос у нас в голове. Блин, при этом что-то в этой игре есть. Вот не могу объяснить, вот серьезно, я не могу объяснить, что в этой игре есть, но что-то есть. Не жалей. Какая-то, я не знаю, утонченность, что ли? Они этого хотели сделать, да, наверное, какую-то утонченность в нее добавить. Я не могу сказать, что она мне нравится, но в ней что-то есть. То есть, допустим, я когда начинал играть вот даже в первый мор, в оригинал, там сразу было понятно, чем эта игра нравится. Вот прям, ну, практически с первых минут. Тут нифига не понятно, чем. Тут просто, просто, знаешь, такое. Ну, что-то есть. Вот что-то есть, а что есть? ХЗ. Не, вообще желание делать сложные игры, непонятные многим, я пони... Ну, ясно, почему разработчики хотят это делать. Чем я? Ясно, зачем. Ну, потому что обыденный какой-нибудь экшен, да, он, ну, выходит вообще на всех уровнях. От... Начиная с какой-нибудь... Ну, индюхи, да, конченые, заканчивая АА-проектами, да. А вот нечто такое, оно выходит не всегда. И разработчики на этом хотят выплыть. Ну, как-то вылезти. Но, блин, ну... Слушай, ну, честно, ну, тоже вот переусложнять мечта Али. Между прочим, их полно здесь, да? Озеро Ира. Почему у нас сердце так страдает? Короче, сердце очень сильно страдает в этом месте. Так, подпитались? Подпитались. Пошли-ка быстренько вот сюда. Пошли. Пошли ее золотом покормим. Почему тут-то у тебя больше ничего не растет? Можно я с этого дерева подпитаюсь? Не лижет. Жаль. Блин, промазал. Сейчас будем ее питать. Может быть, нужно вот прям буквы Z рисовать? Ну, допустим. Нет? Ну, давай вот прям... Да не, ну это надо донорство ей. Но анимашки появляются новые. Смысл их смотреть, смысла нет, конечно. Да, то есть это такое что-то на грани легкой эротики тут летает. Ей нужно, ну, еще сколько? 214. Ну давай, сколько у меня вот золота? Золото 84, 34 и 51. Сколько это получается? 51, 85, 100. Блин, не хватит. Ну, давай полностью в нее вкачаем то, что есть. Ой, все, сиськи. Вот, ну зачем так много вкачал? Вот.
А одеваться-то некуда. Так, хорошо. Ну, ей, видишь, ей нравится, короче, вот когда... нравится вот это вот мерзкое слово. Нравится. Вот именно так ей, когда все отдаешь ей, она вот так себя ведет. В смысле? Скажи, что ты за дерьмо синее мне принес? Ей такой цвет ни к чему. Она к нему безразлична. Они слишком ограничены, чтобы сочетать больше двух цветов. Ну, понятно. Да, я понимал то, что ей золото и золотой, золото и изумруд нужен. Хорошо. И она подсасывает два цвета у нас. Че у меня по статам? Ну есть, лазурь еще есть чем самому подпитаться. Хорошо. Хорошо. Ну что-то картинка проясняется, но, блин, это, конечно, трэш. Трэш с тем, то, что... Точно ли надо сестру? Просто еще нет понятия, понимания точного, а точно ли нужно сестру? Не, я хочу новое сохранение. Давайте на этом серию закончим, потому что, ну, что-то она такая пуканистая, надрывная была, вообще писец непонятно, но мы, короче, точно закончим ее прокачивать и будем смотреть дальше. Если я не прав, я читать-то умею, я вижу, что нужно готовиться к прибытию, да, вот этого вот всех... Но она мне говорит то, что я тебя пропущу только когда у меня будут силы, а силы у нее будут, когда мы ее накачаем цветом, да? То есть, понятное дело, то, что от цвет мы получаем вот это, ей нужно золото и изумруд. Хорошо, найдем ей золото и изумруд, прокачаем, она нас пустит дальше. Я думаю, это как-то так должно выглядеть. И дальше мы по всем сестрам пойдем, рано или поздно встретим еще и братьев. У нас будут сестры, братья и вообще хорошая очень компания. Вот как-то так. Это мое представление об игре, и оно делается именно так. Сложность, конечно, с рогами, бороться с ними нельзя. Нет у меня оружия против них, только два знака. Возможно, нам дадут новый знак у следующей сестры. Возможно, не знаю. Хорошо. Всем спасибо, кто смотрел. Поддержи видос лайками, подписывайся на канал, на группу ВКонтакте, на мой Твиттер, Дискорд, Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.